Студенческий театр «Миниатюр БК» представляет спектакль «Ням-нямки, ням-ням-нямни». Мы выступаем за занавесом сегодня. А кто? За занавес мы ответственные, да? Подожди, не надо. Там тащат, не надо. По проселочной дороге, мимо сосен и берез, с бородой водитель строгий на пикник студентов вез. Громыхал автобус тесный по колдобинам руля, а студенты пели песню про какие-то люля. Пришла пора с природой слиться в союзе любящих сердец. А это я все пою. Еще раз. Пришла пора с природой слиться в союзе любящих сердец, чтоб над от природы вдохновиться, иначе сессии пипец. Для дальних стран ты безразличен повод, когда с тобою рядом друг. Но где Степан, наш неизменный повар? Ведь без него мы как без рук. Вот лично мне для вдохновений нужны три порции пельменей. И точно знаю же, что без Степана нам не прожить в лесу и дня. Степана нет, какая лажа, какой неслыханный удар. А без него ни разу даже никто меню не осуждал. Восторги встреч, закаты и рассветы нас манят вдаль, а не еда. К тому Степан не открывал секретов своих рецептов никогда. О, как общага трепетала пред ним, когда он резал сало. Ах нет, ах нет, уверен, без Степана нам не прожить в лесу и дня. Когда вокруг такие виды, что голова идет кругом, мы о еде забудем мигом и станем думать о другом. Мы думать только о прекрасном, в краю растительных чудес. Но я устал от бутербродов с маслом, подайте мне деликатес. Поездки этой на природу я ждал томительных полгода. И только знаю я, что без Степана нам не прожить в лесу и дня. Знаю, правда или враки, но донеслось вчера сквозь дверь. Он бормотал во сне люляки. Кто знает, что это за зверь? Я не пробовал, не знаю, но дайте что-то рассказать. Произошла история такая буквально на моих глазах. Когда автобус отходил, Степан рюкзак свой уронил. Оттуда вылетел сапог, попав Степану между ног. Степан воскликнул: вот те раз! И наступил на шампура. Шампур спружинив о ведро, попал Степану под ребро. От боли скорчился Степан и угодил башкой в казан. Казан чугунный, не беда, но в казане была еда. И мертвые губы шепнули люля. Теперь узнать, как выглядят люляки, нам не предастся никогда. Солнцем залита поляна, в кружечке портвейн налит. Плоть дурманит, воздух пряный, возбуждая аппетит. Долгоносик острогузый хоботком манит подруг, а на почке
кверху пузом загорает бурундук. Я гриб нашел! Вот как будто бы съедобный. Несъедобных, в общем, нет. Вид, ну, просто бесподобный. Вкус почти как у котлет. Ножка твердая на ощупь. Нету в шляпке червячков. Там микробов нету точно. Я не вижу без очков. Соберем грибов и ягод. Всем ни пуха, ни пера. Чтоб спастись от жизни тягот, не нужны нам повара. Тмин, сурепка, щавеля. Мы с грибами и травою обойдемся без люля. Хрен, смородина, буряк. Чан грибами и травою. Мы поверх добавим хвои. Вот он наш рецепт люля. Черным пледом до рассвета укрывается земля. А ребятам снится лето. Под названием «Люля». Стекного ковыля. Снятся белки и олень. Чей-то милый мальчуган. И плывущий легкой тенью. Словно фавн среди растений. С балеринами Степан. Ла-ла-ла-ла. Сладкая истома, пара прожитых деньков пролетела невесомо, словно пара мотыльков. Одурманены свободой, с пикника вернемся вновь, вдохновленные природой, на учебу и любовь. Забытые рецепты гурманные, белки, углеводы, жиры. Уносимся вдали туманные, зачетов и сессий миры. Старается копчик, печень волнуется, рубаха прилипла к спине. Не нужен ни борщ нам, ни курица, покуда наш поезд в огне. Не нужен ни борщ нам, ни курица, покуда наш поезд войдет. Натуры весьма увлеченные, мы всем, кроме скрожных диет. И души у нас утонченные, ночами им снится балет. Рисуются парни, девки красуются. Весеннее, и сердце, как птица, поет.
Русский колышется стяг. Не нужен ни борщ нам, ни курица, ни запах каких-то люляк. Не нужен ни борщ нам, ни курица, нам классно друг с другом и так. Приехали! Пам-пара-пам-пара-пам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